шефом вообще происходит? Это жесть, банда, то, что сейчас вижу, это просто жесть. Офигеть. О, черт, он просто взорвался. О, господи, банда, вы это видели? Чё творит про меня зовут Аркионис? И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду, ведь перед древней Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей Суприм банде. Лучшей банде на ютубе, между прочим. Эй, бро, да, я наконец-то вернулся. Я очень сильно болел, но, бро, я снова строю, я снова готов наваливать контента. Так что, бро, скоро будет очень много крутых видео. Эй, бро, сегодня у нас непростое видео, ведь потому что когда я болел, я заметил одну статью в одном очень интересном магазине, что продается кукла Вуду на Джеффа-убийцу. И мне этот вопрос сносит башню, банда. Мне реально так хочется проверить, банда, я хочу призвать сюда прямо и тот Джеффа-убийцу, которого, я думаю, вы знаете, тот самый кровожадный убийца. Молодой кровожадный убийца с крипипасты, лишь дух, о котором ходят легенды. Но, блин, банда, это интересно, если вдруг у меня получится его призвать. Именно поэтому, банда, сегодня я закажу эту куклу Вуду и призову Джеффа-убийцу к себе домой. Эй, попробуй, банда, его уничтожить этой куклой. Погнали! Окей, банда, не знаю ли вы готовы это увидеть, но у меня есть фотографии этой куклы. На том сайте были эти фотографии, и вот так вот выглядит эта кукла. Вы только посмотрите, она же реально, блин, похожа на Джеффа. Гляньте, это она вот так вот выглядит сзади. Даже есть волосы, штаны. Мне реально стало очень интересно проверить, не правда существует эта кукла. Не правда она привязана к Джеффу-убийце, где без понятия, как ее могут привязать. Гляньте, в этой кукле даже есть тот же самый нож, что и у Джеффа. Тот же самый нож, которым убивал Джефф. Окей, банда, я заказал эту куклу, она должна прийти сюда сегодня. Я не знаю, как быстро это будет, но я хочу это проверить. Окей, банда, не прошло полгода, и вот эта посылка. Что ж, я уже наконец-то ее дождался, и я готов ее открыть. Так, банда, открываю вместе с вами на ваших же глазах. О, кто-то ее очень сильно запечатал. Это было легко. Странно, что куклу Вуду на Джеффа-убийцу так просто закрыли. И еще, банда, у меня есть много вопросов о том, как привязали эту куклу Вуду к Джеффу. У меня слишком много вопросов, но слишком мало ответов. Потому что эта кукла Вуду, она может быть подделкой и не может быть реально сделана на Джеффа. То есть, если я призову Джеффа, это может быть последний призыв Джеффа-убийцы мною. Но мы не будем думать о плохом, мы просто откроем куклу и посмотрим, как же она все же выглядит. Окей. И вот так вот выглядит... О, господи. Господи, посмотрите, вот так вот выглядит кукла Джеффа-убийцы. У нее даже есть свой капюшон, как у Джеффа. Белые худи. Черт, банда, это просто жесть. Я в шоке. Но эта кукла очень похожа на Джеффа-убийцу. Господи, это просто нечто. Окей, банда, а вот вроде бы тот нож, которым бывает Джеффа-убийца всех своих жертв, который попадает ему на пути. Посмотрите, он даже весь в крови уже изначально, потому что Джефф уже кого-то убивал. Очень правдоподобно, банда. Что ж, коробку мы отбрасываем. У нас остается кукла Вуду с этим ножом. Наверное, банда, нужно эту нож куда-то сюда ему всунуть, чтобы его призвать. В общем-то, вот так вот это все выглядит. Окей, у меня есть нож, которым, если что, я смогу сразу же убить Джеффа. Окей, банда, это просто жесть. Вот так вот близко, банда, выглядит кукла на Джеффа-убийцу. Это просто жесть. Вы только посмотрите на это же просто жесть. Она реально похожа на этого монстра. Это просто жесть. Я смотрю на нее, мне становится страшно, но мне лишь интересует одно. Как она привязана к Джеффу? Потому что здесь нету ни волос Джеффа, ничего. Этот вопрос меня больше всего волнует, потому что я без понятия. Либо на ней лежит какое-то заклятие, о котором я явно не знаю. Эта кукла сделана на Джеффа-убийцу. Но сегодня, банда, мы попробуем проверить эту куклу. А если повезет, то убить Джеффа-убийцу раз и навсегда. Чтобы он больше никого никогда не убивал. Окей, банда, время пришло вызывать Джеффа-убийцу. Я вооруженный взял нож и взял куклу Вуду на Джеффа-убийцу. Вызывать я его буду под этим одеялом. Сейчас вместе с вами залазим туда и будем вызывать Джеффа-убийцу. Окей. Окей, банда, я под одеялом. Я думаю, что нам придется ждать 3 часа ночи, чтобы призвать Джеффа. И думаю, его можно вызвать даже в любое время. Фух, мне страшно, мне реально страшно, банда. Я не знаю, что у нас произойдет. Я не уверен, что эта кукла вот доработает. Мне просто придется убегать от Джеффа куда-то в другой дом. Это просто огромнейший опасный эксперимент. Это, я бы сказал, даже опаснее, чем с куклой Вуду прошлый эксперимент. Но было не было. Мы уже начали это, так что мы начали уже это делать. Мы будем это проверять. Окей, банда, пришло время призывать Джеффа-убийцу. Джефф-убийца. 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 Черт, я как будто что-то там слышал. Скорее всего, что мне просто показалось. Давлю! Душу! Упади, сгинь! Черт! Черт! Банда, вы это видели? Мы реально смогли призвать Джеффа-убийцу. Это просто жесть. Офигеть, я в шоке. Это, блин,
Джеймс Бонда. У нас реально получилось призвать Джеффа убийцу. Это была большая ошибка, но я проверил одно, что кукла реально работает на Джеффа-убийцу. Окей, смотрите, сейчас будем ее... Чёрт, он идёт сюда! Так, белый фон! Нужно под белый фон спрятаться! Чёрт! Чёрт, Банда, он сюда идёт! Он реально меня ищет! Это просто жесть, так? У нас только есть кукла Вуду, которой поверили, что она работает! Я ржал горло и... Здесь? Я знаю, что ты здесь! О нет, он меня нашел! Сдохни, сдохни, сдохни! Черт, сдохни! Сдохни, сдохни, сдохни! Черт! У нас что получилось? Господи, Банда, вы это видели? Он просто провел белый фон. Господи, это же реально Джефф-убийц, вы только посмотрите. Так, нужно его оттащить в другую комнату. Черт, а, нож! Чуть я не порезался, блин. Нужно его оттащить в другую комнату. Окей, Банда, я привязал Джеффа в туалете, вот. За ногу привязал к унитазу. Господи, ведь сейчас реально его нужно просто взять убить. От этого Банда становится реально не по себе. Но было не было, у нас здесь только одна миссия во благо людей. Мы должны убить этого монстра, чтобы больше никто никогда его не призвал. Не нарочно, не по ошибке, чтобы больше не было никаких смертей. Потому что это жесть, Банда. Мне только одно интересно, Банда, как? Как привязали эту куклу Вуду к нему? О, господи, это просто жесть, вы только в эту посмотрите. Ладно, пришло время работать, Банда. Мы сейчас будем максимально сложно проверять Джеффа-убийцу на этой кукле. Хочу взять и разрезать эту куклу и проверить, что будет с Джеффом-убийцей. Мне реально это интересно, Банда, я реально хочу это проверить. Потому что сколько можно, сколько он убил людей, это просто жесть, Банда. Пришло время и нам его отомстить. Я думаю, вы со мной согласны. Окей, Банда, я готов. О, если честно, меня даже немного потрушивает. Потому что передо мной лежит самый настоящий монстр. Самый кровожадный убийца, вы посмотрите, что он одет. У него, кстати, даже... Даже вы смотрите. Черт, это кровь, она свежая. Я взял ее на кончик ножа, посмотрите. Это же самая свежая кровь. Это просто жесть, Банда. Окей, пришло время разрезать Джеффа-убийцу. Так, я хочу ему разрезать горло. Черт, это жесть, Банда. Окей, я готов. О, черт, Банда, посмотрите, что вообще происходит? Твою ж мать, он ожил! Офигеть! Банда, господи! Окей, Банда, вы видели, это просто жесть! Джефф-убийца, он просто ожил! Это просто нечто, я просто разрезал ему горло, а он ожил! Он, наоборот, должен был умереть! Да не знаю, что насчет этого сказать, но это жесть! Окей, у нас еще есть кукла, я не знаю, что с ней сделать! Нужно его как-то быстрее убить! Черт, микроволновка. А что бы если закинуть куклу Вуду в микроволновку? Вот это мне интересно. У меня есть телефон, я могу посмотреть, что сейчас делает Джефф-убийца в туалете, где он привязан. Так, а что он делает? О, господи, он пытается стучать, но мне его не слышно. Он пытается стучать, чтобы выбраться оттуда. Нет, я его даже не слышу, Банда, он никак не сможет туда выбраться. Это просто бессмысленно, Банда. Джефф, успокойся, ты никак оттуда не выберешься. Глупец, окей, ну и Банда, что же будет, если мы закинем эту куклу Вуду Джеффа-убийце в эту микроволновку? Тем более, можем за ним следить и увидим, что с ним будет. Это просто жесть, Банда, это самый огромный эксперимент, который я только когда-то делал. Думаю, за это, Банда, ты можешь поставить свой царский лайк, потому что призвали монстра из крипипасты и взяли на него куклу Вуду. И то, что мы сейчас делаем с этим челом, это просто жесть, Банда. Окей, Банда, я закидываю эту куклу сюда. Так. Я без понятия, что с этого будет, но... Так, просто на всю там, окей? Он начал крутиться, окей, я смотрю. Черт, что с Джеффом происходит? Он как будто горит, Банда, вы это видите? Что с ним вообще? Офигеть, это просто жесть. Что с Джеффом вообще происходит? Это жесть, Банда, то, что я сейчас вижу, это просто жесть. Офигеть. О, черт, он просто взорвался. О, господи, Банда, вы это видели? Вы это видели, Джефф-убийца, он просто взорвался! Черт, Банда, это просто жесть, вы видели это? Он просто рванул и все! Даже камеру немного заляпало, я не хочу этого все показывать, потому что там сейчас куча крови. И его, наверное, кишки, все его органы, за это YouTube точно меня не пропустит. О, черт, Банда, вам лучше не видеть то, что там, это просто жесть! Это же как долго нужно будет это все убирать? Ну вот сюда, посмотрите, Банда, здесь уже есть капли крови. Черт, Банда, я покажу только это, но то, что там, это просто жесть. Ох, Эйбрэй, не знаю, как тебе это видео, но я уверен на более чем 100%, что тебе оно понравилось. И ты уже опустился ниже, поставил свой царский лайк, бандит. Ведь, бро, если это видео наберет 5000 лайков, то это будет очень круто, ведь, бро, мы же Суприм Банда. Самая сильная банда на ютубе, бро, если ты вдруг не моей Суприм Банде, то ты под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Эй, бро, также не забываем про комменты с прошлого видео. Господи, видите, какие они шикарнейшие. Просто идеальные комменты. Я по традиции обнимаю все комментарии, бандит. Бро.
Бро, если вдруг ты, но бро, если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, то всего то, что тебе нужно, нажать на лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в следующем видео, вот такой вот просто коммент ко мне видео. Лайк, колокол, коммент, ты уже в следующем видео. Эй, бро, также смотри прямо на инстаграме, в ВК, где выходят просто идеальнейшие фотографии. Оставайся такими шикарными, бандит, пока!